привет! И сегодня в нашем видео-обзоре пианино «Зверята на качельках» от бренда Kiddyland. Красочная игрушка предназначена для детей от 12 месяцев. Пианино подойдет как для девочки, так и для мальчика. Игрушка изготовлена из пластика, ее размер 30 на 17 сантиметров. В комплект входят две батарейки типа АА для работы игрушки. Игрушка представляет собой мини-синтезатор с 8 клавишами и 6 кнопками. А сверху находится небольшой парк аттракционов со зверятами. Здесь есть бегемот, мишка, слоненок, зебра и львенок. С левой стороны находится переключатель on-off. А как только малыш нажмет на клавиши, парк аттракционов сразу оживет, и зверюшки начнут качаться на своих качельках. Кнопка выше позволяет играть на разных инструментах. На саксофоне, колокольчиках, скрипке, гармошке и фортепиано. А если нажать на кнопку с нотками, то заиграют веселые мелодии. Увлекательная игрушка будет способствовать развитию мелкой моторики ребенка, музыкального слуха и памяти. На этом все. Пока-пока!